Действие третье. Скоморошина восьмая. Антракт наш кончился. Пора за дело, братцы. А как же там обтырка? Вам интересно, братцы? Вот перед вами, ребятки, оперативный простор. Посередь простора — обтыркин шатер. Вечер наступает, обтырка спать ложится. Ведь завтра на рассвете яму со змеем биться. Такая вот интрига разворачивается. Эх, ламца дрится, опца римца ца. Картина восьмая. Шатер обтырки в ночь перед поединком. Бакуня ворочается, вздыхает. Не может заснуть. Обтырка. Караулы проверил? Бакуня. Проверил. Обтырка, спи. Бакуня, спу. Ворочается. Обтырка, саблю навострил? Бакуня, навострил. Обтырка, спи. Бакуня, спу. Снова ворочается. Обтырка, стрелы в колчан уложены? Бакуня, а их где же им быть? Уложены, конечно. Обтырка, спи. Бакуня, спу. Ворочается. Обтырка, может, кваску испить хочешь? Бакуня, неа, испил уже. Обтырка, спи. Бакуня, спу. Ворочается. Обтырка, не как тревожит тебя что-то? Спи, Бакуня, друг, сил набирайся. Завтра с первым солнышком на поединок выходить. Бакуня, спу. Пауза, потом ворочается, садится на постели. Ну, не могу я заснуть. И так не могу, и не так не могу. Все сестрица моя милая перед глазами стоит. Да батюшка мой любимый, которых змей шупоганый изничтожил лютой смертью. Я тогда меч еще в руках не держивал. И такое, понимаешь, дело сталося. А поехали мы на ярмарку. Батюшка меня и сестрицу взял с собой для развлечений, для утешений. И только заночевать пришлось остановиться на опушке, как налетел на нас поганый. Меня-то сразу пламенем опалило, да в обморок бросило. И как пришел я в себя, то батенька мой любимый неживой лежал, почерневший. А вот сестрице только махонькая горочка золы осталась, да березка над ей склоненная. Тут сызнова змеиша как налетел и березку тую с корнями выдернул и в небо вознес. А я, рыдает. Обтырка, ничего, ничего, завтра поквитаемся с Иродом. И за Натальюшку мою, и за батюшку твоего. И за сестрицу, за всех обиженных и погубленных змеем поквитаемся с ним. Бакуня, а знаешь, что я удумал? Обтырка, что? Бакуня, сказать опасаюсь, не поймешь ты меня. Убить я его, изничтожить страсть, как хочу. Обтырка, ну что ж мне тут не понять, я, думаешь, не хочу. Бакуня, так ты-то воин великий, искусный. А я? Что я могу супротив него? Мой меч ему, чтоб бабья шакотка. Обтырка, ну чё уж ты так-то? Отваги тебе не занимать, мышления, так сказать, стратегического. Не испугался же ты со мной идти? А в прошлом годе, помнишь, я бы без твоих советов печенегов бы не в жизни отогнал. Вон, а ты какие маневры, да засадные полки понапридумывал. Тут, а брат Бакуня, тебе просто цены нету. Воин — это не только тот, кто мечом махает, да стрелы пускает. Бакуня, вот я и придумал план, как змеиша погубить. Только опять опасаюсь я, что не поймешь ты. Обтырка, да не томи ты душу.
Что клещами из тебя тянуть? Говори давай, Бакуня. Надумал я в Аполлон к змеишу сдаться. Автырка, ты что, ума лишился совсем? Бакуня, вот, сказывал же, что не поймешь ты меня. А все одно послушай, план мой какой. Сдаться ему в Аполлон, во всем угождать змеищу, на пузе перед ним ползать, только бы выведать, где ж есть его слабое место. Ну ведь есть же оно у него, не может не быть. А уж как выведаю его, то ударю без промаху. Вот такой есть мой план в моей голове. Военная называется хитрость. Аптырка, ну, этот план ты, брат Бакуня, никому больше не рассказывай, потому как не пригодится он тебе. Завтра сражу я иродов в поединке, и не придется тебе ползать да выведывать. Бакуня, хорошо бы, коли так. Автырка, так и будет. Давай спать и забудь про свой план. Скоморошина, 9. Беспокоюсь я о царе, об отце. Ну и ну, поглядим. Снова мы во дворце. Картина, 9. Дворец. Царь чистит шелом, надраивает до блеска орден главного командующего, мурлыкая бравурный мотив. В окно влетает сокол. Садится на спинку стула, клекочет. Царь. Эй, птиц на волю, окна закрыть немедля. Хе, и чей-то меня никто не слухает. Эх! Вот пока сам не сделаешь, никому дела нет. Ну, молодежь нонча, забежают. Машет на сокола тряпицей. Давай, давай, милый, посядел и будя. Лети давай, туда вон, давай. Сокол не двигается, клекочет. Ну, я, по-твоему, Нихтверштейн. Так что окно открыто и привет. Ночь уже поди на дворе. Сокол клекочет. Нет, не понимает. Я ведь по-хорошему тебе прошу, умоляю. Давай без драки обойдемся. Мне, о, знаешь, сколько надо делов и сделать. Орден вот надо надраить хорошенько. А тут-то, понимаешь, ты вот. Может, ты и по делу, но я ведь вашего птичьего языка в школе не проходил. Машет тряпицей. Сокол не двигается с места. Ну, ладно, ты, я вижу, парень серьезный. Отдохнуть захотел, сиди, отдыхай. Окно я покедово закрывать не буду, но имей в виду, ежели какого хулиганства учинишь, я ведь стражу кликну. Сокол клекочет. Не веришь? Сейчас кликну. Сокол клекочет. Вот честное слово кликну. Сокол клекочет. Уже пошел. Уже сейчас. Эй, стража! Посмотри, сейчас прибегут. Уже бегут. Ну вот, уже прибежали. Ты что, мне не веришь? Ты царю не веришь? Ай, правильно, что не веришь. Никто не прибежит. А знаешь почему? Все пошли змея воевать. И я сейчас пойду. Так что мне тут с тобой сидеть особо и вот... Вот чего вот ты прилетел? Вот чего тебе надо? Я вот не могу уйти из-за тебя. Сокол клекочет. Да понимаю я, но ты меня тоже понять должен. Не могу же я уйти и окна открыты во дворце оставить для тебя. А вдруг как утать мимо дворца пройдет? О, окна открыты! И привет. Хотя, что тут брать-то? Ну, разве картины, мазню еду. Тьфу! Али вертеп взрывоскопом. А закрою я окно. Так что ты меня тут натворишь, а? Вот. Так что, брат, давай, собирай манатки свои, и сокол клекочет. Вот я старый дурак.
Может, у тебя крыло болит, а ли что другое? Слыхал я, что птицы, бывает, к людям прилетают немочи свои лечить. Ну-ка, давай-ка я тебе посмотрю. Но только ты, если меня клевать будешь, то смотри. Договорились? Сокол клекочет. Ну и молодец. Сейчас посмотрим. Видит бересту. Ух ты! А ян-то что же за такое чудо у тебя на лапе, а? Клевать не будешь? Развяжу. Сокол клекочет. Хорошо, молодец. Так, развяжем. И кто ж тебе такую бяку и сделал? Снимает бересту и видит надпись. Да это ж письмо, оказывается. Меня, что ли, письмо? Сокол клекочет. Ага, так ты, значится, посланец почтовой, а не просто так себе прилетел. Ну, тогда спасибо тебе. И прости меня, старого дурня, ежели обидел. Так, очки бы еще найти. Не видишь, иди мои очки. Сокол срывается с места, приносит очки. Ох ты, брат, и опять спасибо тебе. Так, почитаем. Сокол клекочет. Тебе лететь до дома надо? Ну, милый, лети, лети. Вот я тебе окошечко пошире распахну. Сокол клекочет. Не желаешь? А, ты ответу от меня должен привесть. Сейчас будет ответа. Читает. Ой, ян-то ж надо ж, доча моя пишет. Не могу прямо, слезы глаза застилают. Сокол клекочет. Да-да-да, милая, сейчас. Вытирает глаза платком, читает. Ага, ян-то есть само главное. Родинка, значит, на шее, значит. О, донюшка, ой, спасибо тебе. И низкий тебе в пояс поклон. Теперь сразим мы змеиша, и тебе ослабоним. Соколу, лети, милый, лети быстро-быстро, сколько хватит силов. Неси донюшке весточку, что прочитал я послание и все понял. Не уйти теперь змеишу от возмездия вполне заслуженного. И передай еще, что папенька велел ей потеплее кутаться и горлышко беречь, и чтоб холодной воды не пила бы сразу, а постоять да согреться бы давала, и ноги чтобы в тепле были, а мороженого ни-ни. Вот так вот и передай обязательно. А я уже иду, и даже орден чистить не стану, вот так вот с нечищенным уже и пойду. Лети! Сокол улетает. Царь надевает шлем, поверх него корону, пришпиливает орден главного командующего. С трудом поднимает меч, кладет себе на плечо, вздыхает, уходит, пошатываясь от тяжести. Картина десятая со скоморошиной. Пластическая сцена, поединок, состоящая из стоп-кадров. Скоморохи комментируют поединок Обтырки со змеем. И сошлись на утро Обтырка и змей. В поединке давайте посмотрим скорей. Глядит-ка, братцы, какие пошли дела! Неужто змеева сила верх взяла? Да не сумлевайся, смелей гляди вперед. Я верю, Обтырка верх над змеем возьмет. О, снова сошлись! Змей ударил мечом, Обтырка отбил меч ему. Нипочем. Смотрите, метнул он копье в цель свое, да змею вернулся, и мимо копье. Кружатся, как в танце, Обтырка и змей. Ну, кто же проворней, сильней и быстрей? Ай-яй, на Обтырку змей сверху напал,
Обтырка споткнулся, обтырка пропал. Да нет, показалось, не сломлен герой. На змея с дубиной идет он горой. Удар он наносит дубиной своей. А змей-то раздулся, вот-вот лопнет змей. А нет, это он приготовил огонь, дыхнул на обтырку. Ты, брат Хохолонь, обтырка из глины, огнем не возьмешь. Но враг у обтырки уж слишком хорош. Как будто вновь они танцуют. Эй, подожди, попробуй тронь. Я пакость ожидал другую, но снова змей разлил огонь. Обтыркин меч расплавил змей, испепелил дубинку щит. Подать копье ему скорей, Бакуня друг спешит. Удар хвоста рукой поймал, другой лови скорей. Герой упал, герой пропал, разбил обтырку змей. Слышится победный хохот змея, скоморохи разбегаются, влетает змей, к нему подбегает боярин, аплодирует, обмахивая змея полотенцем, как на боксерском ринге. Боярин: «Хе-хе, этот справа хороший был удар, и с огнем тоже вовремя». «Не, а хвостом-то как вы его? Это просто шедевра!» Змей, отдышавшись: «Чё встал-то столбиком? Бегом марш! Да живо давай! Ну, не понял? Беги от седова скорей! Я праздновать буду! Сгоришь, пеплом станешь!» Из пасти вырываются языки пламени. Боярин подбирает полы кафтана. «Сей момент! Уже бегу!» Убегает. Змей хохочет, взмывает вверх, выбрасывает огненные шары, заливает все вокруг пламенем. Начинается праздничный фейерверк. Из огня выныривает Бакуня. Бакуня: «Ой, такое дело, ребятки, как мне на улицу выйти? Где здесь дверь? Друга моего самолучшего змей шапоганый хвостом разбил на кусочки. Глину мне надо срочно найти, чтоб обтырку склеить, да обжечь на ентом хвейерверке! Глина-то есть у вас тут на улице? На улицу-то как мне попасть? Покажите!» Ребятишки показывают Бакуне выход. Змей продолжает хвейерверк. Появляется скорбная процессия скоморохов. Скоморошина скорбная. «А и был сиреть нас обтырка главный герой. Ой, был бывал! А и вышел на бой со змеем обтырка. Ой, вышед выходил! А и со змеем он сражался един на един. Ой, един на един!» Выходит царь, волоча тяжелый меч. Царь: «Эй, чего раскудахтались? Кого хороните?» «А и разбил героя нашего злобный змейша!» Царь: «Ась! Громче скажи, глуховат я!» «Ай, на кусочки рассыпался защитничек наш!» Царь: «Ничего не понимаю! Идеи змейша! Тама али тама? Я больно бить не буду! Я в глаза хочу посмотреть со значением! Поговорить хочу! Вопрос спросить, пожелания пожелать! Ты мне дорогу укажь!» «А и празднует победу змей, все палит огнем!» Царь: «Ай! Опять ничего не понимаю! Ах! Там вот шо-то светится, пойду, слышь, туда! Водой бы политься, вот жаруба! Ну да ладно, и так сойдет! Двум смертям не бывать!» Уходит. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Горемычный я! Безутешное наше варюшко!» Появляется Бакуня с мешком. Бакуня: «Эй, горемычная, ну-ка, помогайте скорее! Притащил я глину, спасибо ребяткам, показали мне, куда пойти. Бегом, безутешная, мешок тяжелый, помогайте! Обтырку будем замазывать да склеивать, некогда тут соплями хлюпать. Ну, взяли, разом, пошли!» Уносят мешок. Появляется змей. Картина 11. Довольный змей
вылизывает крылья, напевает на своем гортанном языке. Появляется царь, с трудом тащит тяжелый меч. На голове шлем с короной, на груди орден главного командующего. Дымится. Змей с интересом наблюдает за ним. Царь. Ты, значится, сосед, старость мою совсем не в грош не уважаешь, значится? Забором, понимаешь, от нас отгородился, и сидишь такой, сам себе нравишься. А я ведь, знаешь ли, по молодости тоже в армиях-то послужил. Да, послужил. Сабелькой помахал. Я не ралом фору давал. Хочет замахнуться мечом, но поднять не может. А им-то ничего, что я меч от землицы отнять не в силах. Не в силе, брат змейша, сила, а в правде. Ты вот вор, дочь мою умыкнул, да огнем нас попалил. И что, победил ты нас? Нет, не победил. Ну, спалишь ты меня совсем. Так мне и так давно уж пора в землю ложиться. А правда, она за мной стоит. И как теперь есть поганый ты злодей, то ничего тебе с ей не поделать. Она тебе сломит, как солому. Дай только срок, и будешь ты низвергнут, и весь приплод твой примерский низвергнут будет. Такое тебе мое слово. Змей, зевая сладко. Все сказал, пень трухлявый. Царь, часть? Змей. Тетеря глухая, говорю, сморчок ты болотный. Все говорю, сказал царь. А мне теперь все едино. Не слушаю я тебе и не слышу. И слушать не желаю. И как вижу я в тебе одно коварное злодейство, то и не боюсь я тебя. А еще я тебе желаю, сосед наш дорогой, чтобы тебе репнуло, гепнуло и перекандубасило. Вот. Понял, лободырный? Змей хохоча. Ой, уморил ты меня, сморчок. Ой, сейчас я вот тут вот и репнусь, прямо вот уже начал. А давай вместе кандубаситься будем. Веселее же будет, а? Хватает царя, трясет его. Тимофей роняет меч, тот ломается на куски. С царя падают очки, шлем, корона, царский орден. Змей хохочет, забавляется, вертит Тимофеем, как тряпишной куклой. Наигравшись, швыряет царя. Царь, мама, мама, Саш, прямо! Ой! Падает в обморок. Вбегает боярин. Ваше личество! Ой! Ты и Евтова тоже, что ли, уходил? Ха-ха-ха! Давно ему пора! Говорил я ему, куда ты, старый хрыч, лезешь? Не стариковское ян-то дело. Не послухал. Туды ему и дорога. Змей. А знаешь, что я тебе скажу? Боярин. Ваше столичество, с первоначалу ты послухай. Змей. А зачем ты меня перебиваешь? Может, я тебе что-то интересное сообщить хочу? Боярин. Ну что вы, ваше столичество, разве ж я могу перебивать вас, да не в жизнь. Ежели вы насчет кредиту, так мы ж завсегда договоримся к удовольствию вашему. Змей, тут ты напасть, а. Вот опять он встревает, опять не дает сказать. Боярин, да каптыр, кожа! Он же снова как на вроде живой. Змей, как? Живой. Я ж его разбил. Боярин, ты разбил, а Бакуня склеил. Вона! Оба живехоньки, здоровехоньки. Змей, иди они. Боярин, пошли!
представлю, как есть. Исчезают. Картина 12. Появляются Бакуня и Обтырка. Видят лежащего царя. Бакуня: «Государь!» Обтырка: «Отец! Тестюшка мой любимый!» Бросается к царю: «Что с тобой?» Бакуня: «Дышит он?» Бакуня слушает: «Кажись, дышит. Мягкое под голову подложить надоть, укрыть чем-то нибудь». Снимает шапку, кладет под голову царю, кафтаном укрывает, царь стонет. Обтырка: «Ты, отец, смотри мне, не вздумай тут о мне концы отдавать, не время еще, слышишь меня? Еще змея победить надоть, так что ты давай тут, а держись, нам с тобой еще...» Бакуня: «Чего он, а?» Бакуня: «Да не доктор же я, доктору бы надо сыскать». Обтырка: «Постой, постой, постой, ладанка! В ей батянька меня хворь победительную заговорную травку снарядил». Вынимает из ладанки травку. «Ну-ка, отец, на-ка!» Подносит травку к лицу царя. Тот глубоко вдыхает, приходит в себя. Царь: это вы тут-то, а я тут-то, видишь ли, ляжу». Обтырка: «Молчи, молчи, силы береги, нельзя тебе много разговаривать. Вот давай, подыши травкой энтой поглубже, поглубже, и лежи, отдыхай, сил набирайся, а нам на змея идти надо». Царь: «Подождь, сынок, послухай, что Натальюшка мне с птицей соколом передал». Замолкает. Обтырка: «Эй, дыши, дыши, дыши глубже, дыши». Царь приходит в себя: «Погибель змеища в пятнышко родимом, а пятнышко энто». Обтырка: «Ты не волнуйся, ты дыши, давай, дыши, дыши». Царь: «Махотное пятнышко, не углядеть его, если не знаешь». Шепчет еле слышно. Обтырка: «Бакуня, ниже наклонись, слушай внимательно». Бакуня: «Да слухаю я». Царь шепчет, потом снова впадает в забытье. Обтырка: «Шо я он сказал?» Бакуня: «На шее сказал». Обтырка: «Точно, на шее. И я также услышал». «Ну все, брат Бакуня, конец змеишу. Эх, мне бы сейчас меч мой!» Страшный шелест гигантских крыльев. Влетает запыхавшийся змей. «О, кого я вижу тут-то? Опять ты за свое! Гоняешься за тобой, гоняешься, можно сказать, из последних силов. Разбиваешь тебя в дребезги, а ты, значит, авона. Живой, значит, а. Ну, шо мне с тобой делать? Вредный ты, оказывается, такой. Ведь победил же я тебя. Еще раз хочешь, или как? Сызнова драться будем, или признаешь мою победу?» Обтырка: «Ну, что ж, сосед, признаю, одержал ты полную надо мной победу. Буду теперь служить тебе». Бакуня: «Ты что, брат? Ты что? Как же ты?» Обтырка: «Молчи, тать, молчи! Военная хитрость! В ножки кланяйся нашему царю и повелителю! На колени, балда!» Бакуня кивает, опускается на колени. Змей: «Давно бы так. Подойди. Присягать сейчас мне будешь. Землю будешь целовать. Подождь. Сначала корону-то подай мне». Обтырка: «Слушаюсь, ваше змеиное величество». Идет за короной. Змей Бакуни: «А ты, холоп, боярина кликни. Я ему еще вроде как должен». Бакуня: «Слушаюсь». Убегает. Змей: «Ну шо там? Иди, моя корона». Обтырка: «Сей момент будет, ваше змеиное величество. Закатилась я!» Подбирает корону, царский орден. «Нашел! Несу!» Вбегает боярин.
За ним входит Бакуня, опускается на колени. «Боярин, я сам, дай мне!» Выхватывает корону у обтырки. «Ух, ненавижу!» Змею. «Ваше столичество, наконец-то! Бесценный вы наш, бриллиантовый! Уж как мы рады! Как мы рады!» Змей. «Ты, говорят, проценты для меня снизил по кредиту». Боярин. «Что, ваше величество, какие проценты? Шутите, изволите! Ух вы, ваше столичество, шутник!» Змей. «Чё ты стоишь-то? Надевай корону. Про проценты мы с тобой опосля подробненько подтолкуем. Ну, корону надевай». Боярин. «С величайшим удовольствием, моим глубожаемый наш повелитель водружает корону на голову змея, становится на колени, целует землю около змеиных лап. Змей. «Быть тебе отныне моим управителем. Да за дружбу давнюю, да за службу прежнюю полагается тебе...» «А что там тебе полагается?» «Слушай, денег у тебя полно. Ну, дам я тебе еще. А давай так. Вот что ты хочешь? Хочешь дворец?» Боярин. «Дворец? Неа. Ну, мне бы...» Змей. «Говори, не боись. Я ж сам тебе предлагаю». Боярин. «А ты, ваше личество, прикажи вот им вот уйти, тогда скажу». Змей. «Ты что, ты их боишься? Я только моргну, и нет их». «Давай, говори, от них даже могилы не останется. Как там у вас? Дриться, бриться, не помню. Ца-ца-ца. Ну, говорить будешь?» Боярин. «Буду. Отдай мне царевну. Зачем она тебе? У тебя и так их в гареме 300 жен. А я к ей сердцем, можно сказать, прикипел». Бакуня обтырки. «Ах, подлец! Слушай, что он говорит». «Да я сейчас, обтырка, молчи!» Зажимает Бакуня рот, пригибает голову к земле. Змей. «Гляди на них, видишь, какие покорны стали! Молчат, словечко не проронят. А знаешь, а не нравится мне это?» Обтырка. «Так ты же победитель! Твой сегодня день, твоя удача, а нам что остается? Проигрывать тоже надо уметь, раз такие дела». Змей. «О, да ты, я вижу, поумнел никак. Хорошо, коли так. Вот вам мое слово. Слышь, боярин, царевну я тебе не отдам. Оставлю себе в утеху. Выбирай другое, что хочешь». Боярин. «А командировку заграничную можешь? Длительную?» Змей. «О, это с превеликим удовольствием. Хож до скончания века». Боярин. «Так я тогда прям сейчас могу? Или не могу?» Змей. «Подождь пока». Обтырки. «А ты присягать мне будешь при всем при своем войске. Так, чтобы весь люд честной признал меня. Зови всех сюды. Я не ралов своих, стрельцов, командеров. Всех зови. Живо! Повторять в другой раз не стану». Обтырка. «Прости, твое змейское величество, не вели казнить. Вели слово молвить». Змей. «Говори. Только быстро. Терпежу моего не хватает на ваши рожи тут глядеть». Обтырка. «Позвать-то недолго. Да послухают ли?» Змей. «Как же так? Не послухают?» Обтырка. «Ты извини меня, змейское величество, только я теперь не командир. У нас ведь вон главный командующий, — показывает на лежащего царя, — в бессознательном обличии валяется. А у тебя регалиев главного командующего и нету. Хаша корона там, где и положено». Змей. «Каких таких регалиев у меня нету? Скажи, будут». Обтырка.
орден царский должен быть на груди. Тогда и будешь ты главным командующим. Змей. И все. Обтырка. И все. Змей. А где этот орден? Обтырка. Дык на царе был. Вот подобрал я его. Змей. Покаж. Обтырка приближается. Показывает орден. Змей. О-о-о! Красивая вещь! Боярин. На заказ и сделано. В самом городе Париже. Слыхали про такое? Змей. Ну, вешай давай. Буду главным командующим. Хаша мне это... Щекотку не люблю я. Обтырка. А мы на ленту? Змей. Ладно, вешай на ленту. Боярину. Зови войска. Боярин. Момент. Сейчас. Скрывается. Обтырка. Бакуня, чё стоишь? Неси быстро ленту царскую парчевую для ордена. На ленту вешать будем. Бакуня. А иди она. Обтырка. Ну, придумай что-нибудь. Вон, а у царя посмотри. Бакуня бежит к лежащему царю. Появился боярин. Сейчас войска будут. Идут. Он, а слышь, барабаны. Бакуня приносит ленту. Долгая дробь барабанов. Обтырка торжественно подносит ленту змею. Тот склоняет голову. Обтырка надевает ленту, открывает застежку на ордене и вонзает ее в шею змея. Вопль ужаса, свист, грохот грома. Змей взмывает вверх. Шипение, будто сдувается огромный шар. Вниз падают корона, орден. Обтырка тянет за ленту. Лента, наконец, поддается. И обтырка втягивает маленького змея. Боярин пятится, мечется. Куда бы убежать? Некуда. Хватается за голову. Змей. Ты что изделял? Ты зачем меня уколол? Меня забольно. Хныкает. Все хохочут. Даже боярин прыскает в кулак. Бакуня. Глянь-ка, какую обтырка птичку споймал. Обтырка. Змей, что-то наш, братцы. Сдулся. Снова все хохочут. Царь поднимает голову. Коды так весело, так чего я тут валяться буду? Тоже поди смеяться хочу. Бакуня. Ваше Величество, ты как? Получше тебе? Царь. Так знамо дело, когда вы тут все веселитесь, так и я на поправку пошел. Обтырка. Иди, Величество, к нам. Вместе повеселимся. Тестюшка ты мой дорогой. Бакуня помогает царю. Все разглядывают змея. Трогают, смеются. Змей обиженно. Мне забидно, а вы смеетесь, а дуляки. Дуляки вы все. Взрыв хохота. Обтырка. А посади-ка ты, Бакуня, ентова красавца в ту ясок. Да затвори покрепше. В зоопарк отвезем. То-то детишкам радость будет. Боярин. Слава Обтырке! Слава победителю змея! Обтырка. Славословишь, значит, ну-ну. Ляксей, друже, слышь меня, подь сюды, погляди на чудо. Вбегает Ляксей, видит змея, смеется вместе со всеми. Алешка, ты мой дорогой, нашел я, нашел изменщика. Алексей, да ну, нашел таки, где он? Обтырка, да тут-то. Где ж ему еще быть? Вот, познакомься. Поворачивает Ляксея к боярину. Ляксей, ентот, свистун. Обтырка кивает. Ох, отведу я душеньку, ох, потешусь я, движется на боярина, вынимая саблю. Боярин валится на землю, лязгает от страха зубами, что-то хочет сказать, но не может. Обтырка, постой, постой, не спеши, брат, мы его судить будем, дети будут судить. Я вот тут кое-чего приготовил, написал. Сейчас нам ребята помогут. Поможете нам, ребятки, злодея осудить? Алексей, не пойму я тебя, брат Обтырка. И он предал всех нас. Змею поганому предал. А ты его судить?
Да снести ему башку и вся недолга! Царь, послушай, Свет, Алеша, Обтырка. Нет, братец, башку снести просто. А что, ежели заблудился человек, запутался, ошибся? Рази ж за ента башку сносят, обратно ведь не приставишь. Опять же, змея в зоопарк отправим, а и кто за ним смотреть будет? Навоз, извиняюсь, убирать. Опять же, кашу яму поганому сварить кто-то должен или не должен? Боярину, ты поди каши-то варить не умеешь. Боярин, навоз могу, могу навоз, господи, могу я. Простите меня, люди добрые, я и навоз могу, и что скажете, все могу. Босыми руками буду навоз за ентим поганым змеишем убирать, только простите меня. Царь, Обтырке, сынок, Обтырка, подожди, тестюшка, присядь, вот на камушек, сейчас с ентим разберемся, к боярину. А я вот, говорю, приготовил тут-то для тебя, достает записку. Метельщик нам, знаешь, о как нужен, такое, чтоб на вроде дворника. Могешь? Боярин, могу. «Все могу, только простите, снимите грех с души моей, детки, ребятишки! Ну что ж вы-то молчите, я же на коленях! Я ж осознал до самого дна и больше не могу, не буду больше! Ну скажите вы им!» «Царь, Бакуня, брат Бакуня, чего они меня не слухают?» «Бакуня, подождь, величество, ну вот тут такое дело, понимаешь!» Алексей, ну как хочешь, брат Обтырка. А только нет у меня веры ентому прохвосту. Это сейчас ён такой весь из себя кается. А опосля сызнова продаст и предаст. А потому, боярин, как можешь ты такие слова говорить, когда я тут перевоспитался и на коленях прощения прошу? Обтырка, тихо, братцы! Не как плачет кто-то. Все замолкают. Становится слышно, как тихо скулит царь. Ой-ой-ёшеньки, о! Что же это никто слухать меня не хочет? Обтырка, ты чего, величество? Обидел тебя кто? Царь, вы тут, а вот развлекаться изволите? А иди, доча моя, кто мне ответит? Обтырка. Алексей, Бакуня вместе. Все вместе. Эх, ламца, дрица, опца, римца, ца. Никуда Натальюшка не девается, так что неча тут унынию предаваться. Последня скоморошина будет начинаться. Скоморошина... последняя. А как сдулся тот страшный змейща, то разрушились стены узилища. Медведи цепные испугались со своих цепей, посрывались по лесам и полям разбежались. А янычарская лютая стража, бросая оружие и ошметья всякого антуража, с криками «Ай-яй!», что в переводе означает «Ой-ой!», чемоданы собрала по телегам и домой. Из темниц вышли все, кто томился там, и направились по своим домам. «Эх, ламца, дрица, обца, римца, ца, к нам!» «Царевна приближается!» Вбегает Натальюшка, за руку тянет добраву. Натальюшка, Обтырка, папенька! Все бросаются к ней, общие объятия. Добрава видит Бакуню, устремляется к нему, в смущении закрывает лицо руками. Плачет Бакуня. «Девица, не плачь. Погодь-ка, дай поближе погляжу». «Ты, Добрава, ах ты мне, Бакуня, братец ты мой родненький!» «Бакуня, глазам не верю, ладушка моя, сестрица, я ж не чаял тебя живой увидать! Люди, радость-то какая, сестрица моя нашлася! Добрава моя, жива!» Царь сквозь слезы умиления.
Эх, золотые вы мои! Самогудку бы! Самогудки не хватает для торжества моменту! Боярин «Чичас!» исчезает. Обтырка, обнимая Натальюшку, «Тосковал я по тебе, душа моя ненаглядная! Ох, тосковал!» Натальюшка, «Я знала, что сразишь ты змеища злого! Знала, верила, ждала тебя!» Боярин влетает с самогудной машиной. «А вот и самогудка для торжества момента! Я принес!» Устанавливает самогудку царь. «Заводи!» Начинается музыка. «Эх, ламца-дрица, обца-римца-ца, тут сказка наша и кончается!» Поклоны, занавес.